Журнал Time назвал человеком года американского предпринимателя Илона Маска, который основал компании SpaceX и Tesla. Свой выбор редакция объяснила тем, что Маск создает будущее для человечества, отметив, что он тот, кто стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую. В Time также подчеркнули, что стартап Маска SpaceX в космической гонке обошел Boeing, а компания Tesla завоевала 2/3 огромного рынка электромобилей. В этом году ее рыночная капитализация превысила $1 триллион. Это больше, чем стоимость Ford Motor и General Motors вместе взятых. Громкие проекты принесли Маску не просто колоссальные деньги, а сделали его самым богатым человеком на планете. Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается более чем в $250 миллиардов. Традиция выбирать человека года в журнале Time зародилась в 1927 году. Четких критериев нет, решение принимает редколлегия. Ранее обладателями этого титула становились глава компании Meta Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос. В прошлом году в номинации «Человек года» победителями назвали Джо Байдена и Камалу Харрис.